поступала в медицинский университет, потому что у меня были свои проблемы по здоровью. И среди этих проблем очень частая головная боль. Я съедала 6 таблеточек цитрамона примерно за 2 недели. И это, ну, вот для меня было нормой. Стала учиться в медицинском университете, боже, и что-то я не поняла. Учат всему, какие там фиссуры, какие кости, какие мышцы, какие внутренние органы, но не учат, как убрать эту головную боль. Мучилась весь медицинский университет. И потом, где-то на 4-5 курсе до меня дошло, почему нет такой таблетки прямо от головной боли, которая помогает прям всем. Или как сделать так, чтобы головная боль к тебе не приходила. Потому что механизмов очень много. Поэтому предлагаю вам встретиться на нашем регулярном мероприятие. Это по воскресеньям в 12:00 по Москве. Приходите, разберем механизмы головной боли, разберем, как вы себе можете помочь, разберем всякие варианты самопомощи и как можно сделать таким образом, чтобы не просто убрать головную боль, а чтобы сделать так, чтобы она никогда к вам не возвращалась. У меня, кажется, получилось. Я точно знаю, получится и у вас. Приходите на разговор.